Очень интересно. Но это связующий. Да, это связующий. И что, Павел Панков будет выполнять роль нападающего, что ли? Но был же, помните, два связующих. Было, было. Вот это та схема 4-2, давно-давно забытая, по которой раньше играли многие команды. Вон Панков. И сразу, и сразу в атаке. Знаете, я много раз говорил о том, что можно поставить Панкова и Камеха. Да. Играть 4-2, на что мне оппонировали, что да, можно, только они будут посылать только друг другу. Больше никто передач не увидит. И вот обычно, когда связующий выходит, он, как правило, пасует связующему. Вот на этом блок его и подловил. Павел Панков. Ну, здесь сомнений не было. Лично у меня, что самым, самым результативным будет Павел Панков, если ему позвать. А давайте посмотрим, кстати, кто больше всех. Там Любарич был 14. Но это после двух партий, мы сейчас третью не знаем. А после двух партий Любарич был 14 очков, и Максим Шпилев был 10 у Ярославича. Послушаем.